Ты никогда не перегоришь ментально, потому что ты всегда сгораешь физически. Разница между победой и поражением никак не связана с генетикой, никак не связана с потенциалом. Ты почувствуешь боль, которую никогда не чувствовал раньше. Так и должно быть. Значит, ты используешь свои мышцы так, как никогда не использовал раньше, и твое тело просыпается. Отточи свой арсенал для того, чтобы прийти к совершенству, которым ты можешь стать. Но если ты не понимал этого разума, ты не был к этому готов. Ты думаешь, что что-то не так, возможно, стало время остановиться. Нет, это время, чтобы свободно двигаться вперед. И даже если ты ходишь в спортзал и проводишь время там так, для галочки. Да, мужик, я хожу в спортзал, все отлично. Посмотри на себя в зеркало. Мужик, я ничего не вижу, не вижу никаких изменений. Их нет, потому что ты не заставляешь себя, и у твоего тела нет причин меняться. Если я прикладываю невероятные усилия к чему-либо, день изо дня не вижу изменений, я тоже, наверное, брошу. Но когда ты начнешь это путешествие, ты должен знать, что ты упадешь вниз, прежде чем подняться наверх. И когда ты поднимешься наверх, ты взлетишь выше, чем когда-либо. Жертвуйте сегодняшним днем во благо завтрашнего. Мне плохо, потому что я бьюсь, как рыба об лёд. Мне хорошо, потому что завтра я поднимусь наверх. Я буду делать это снова и снова, и попытаюсь побить свой рекорд. В жизни побеждает не генетически одаренный парень, не парень, у которого самый большой потенциал, а побеждает человек с самым большим упорством. Ему всегда хочется подняться, и он идет на это снова и снова. Этот парень стоит, в конце концов, с поднятой вверх рукой. Этим парнем должен быть ты. Записывай все. Что ты ешь, как тренируешься, как себя чувствуешь. Сфотографируй себя в один прекрасный день и закрепи фотографию у зеркала. Это тот человек, которым ты больше никогда не будешь. Это первый день, скажи ему пока. Рядом с этой фотографией распиши свой вес и рост, всю твою информацию, твой процент жира в организме. Измерь свои руки, талию, бедра, запиши, с чего ты начал. И когда бороться станет тяжело, и у тебя появится чувство, что ты идешь в никуда, вернись к первому дню и переоцени его. Твою мать, это работает? Это не легкий путь. За 90 дней я должен пробежать марафон. За 90 дней я должен выступить на соревнованиях по бодибилдингу. За 90 дней я должен восстановить отношения с семьей, с друзьями со школы. Я должен выглядеть как можно лучше. За 90 дней я должен стать человеком, которым хочу быть. Чтобы превратить мечту в реальность, у меня есть 90 дней. Сегодня первый из 90 дней полных возможностей. В тебе живет страх. Он либо поможет, либо разрушит тебя. Я люблю страх. Причина проста. За каждым страхом скрывается человек, которым ты хочешь быть. Страх возникает из-за тебя. Это значит, что его не существует. Ты его создаешь, и ты же можешь разрушить. Он не материален. Если ты взглянешь страху в лицо и увидишь, он не такой уж большой. И однажды взглянув, ты скажешь: о боже, мужик, все это время я убегал от него. Ты знаешь, ведь он очень маленький. Если бы я не убегал, я бы не только встретился с ним, но и победил бы его. Энергия никогда не теряется при передаче. Это отрицательная энергия, этот страх должен быть уничтожен. Что же еще? На что еще я способен? От чего еще я держусь подальше? Я способен на большее? От чего еще бегу, хотя не должен? Что еще могу преодолеть? Ты идешь за ним, отдаешь все, что у тебя есть. Если ты проиграешь ему, что ж, мужик, ты хотя бы пытался. Сказать: я проиграл, 10 раз лучше, чем ну и что. Потому что ну и что никогда не выйдет сражаться на арену.